вся эта красота в ожидании новых хозяев. Каждый шкаф и диван готовы привнести в вашу жизнь комфорт и уют. На улице Новая Слобода, дом 4, открывается новый мебельный магазин. Я вас приглашаю к открытию мебельного салона. Антонина Кузьмина – предприниматель и руководитель. Мебелью занимается уже более 20 лет. Я так влюбилась, что уже на протяжении вот всего времени занимаюсь мебелью, интерьером. Мне это интересно. Опыт работы приобрела в Инте, потом в магазине в Доме быта. Теперь они переехали сюда. Обустроили все буквально за 2 недели. Здесь у нас, в отличие от нашего старого магазина, представлен более широкий ассортимент. Очень много новой мебели. Вот, так что, пожалуйста, милости просим. Помещение 300 квадратов. Просторно и удобно. Корпусная и мягкая мебель. Для детей и взрослых. Школьникам письменные столы, компьютерные. Позиционирует магазин как магазин на любой вкус и кошелек. Но основной потребитель, считает Антонина Владимировна, средний класс. А вот вы ощущаете, что вы немного рискуете? Ощущаю, да, рискую. Есть такое предчувствие, время тяжелое. И... Ну, я думаю, что я хочу, я надеюсь, я буду стараться, чтобы все получится. Покупатели здесь ценят и любят, и дают ему это понять. Если покупатель возвращается уже не один раз, покупает у нас, делаем тоже скидки дополнительные. В общем, пенсионерам скидки даем. На день рождения, если человек приходит и, ну, как-то узнаем по дате, так, что день рождения делаем скидки. Сегодня здесь представлены изделия 10 поставщиков корпусной мебели, чуть больше мягкой. Мебель для жизни сотрудничает с фабриками Витра, Лером, Формула мебели, Юта и многими другими, зарекомендовавшими себя качеством и надежностью. Продавцы советуют, если хотите выбрать диван по душе, на нем надо посидеть или даже полежать. Мебель можно приобрести сразу на месте или выбрать по каталогу и подождать доставку. Очень красивое помещение, очень богатый ассортимент мебели. Здесь можно выбрать мебель не только вот для прихожей, для спальни. Очень приятно, что детская и много мебели представлено. Ну и гостиная, гарнитура необыкновенные. Валентина Владимировна не сомневалась, что магазин Кузьминой получится хорошим, ведь она ее сестра. Вкус у нее всегда хороший был. Она всегда всем советует и всем нравится. Сейчас в магазине выставлены новинки, но планируют перевести сюда и бюджетный кластер из Дома быта. Дорогие жители моего города, я вас жду, я вас люблю, я все сделаю, чтобы вам здесь понравилось, чтобы вы ушли радостно с покупкой. Мебель для жизни. Магазин работает с 10 утра до 8 вечера, в воскресенье до 19 часов.